Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня будем обозревать радиостанцию Retevis RT86. Нам ее прислало само представительство Retevis, но сразу скажу, что обзор будет максимально беспристрастный, и всю правду мы о данной станции расскажем. Единственная модель не новая, поэтому повторяться мы не хотим. У некоторых уже каналов на YouTube обзоры данной станции есть, поэтому мы пройдемся по характеристикам, какие еще не были измерены. Это выходная мощность, чувствительность, избирательность и потребление замерим. Антенну, наверное, проверять, ну хотя тоже, пожалуй, проверим. Затронем отдельно вопрос программирования, так как там есть нюансы свои. И мощность, не мощность, емкость аккумулятора мы уже измерили. Что это за станция? Станция это профессиональная, то есть канальная, она программируется только с компьютера, частоты вручную не задаются. Мощность у нее повышенная должна быть до 10 Вт, это сейчас проверим. И у нее различные функции по поводу шифрования сделаны, но тоже об этом расскажем, есть определенные нюансы. Собрана она достаточно хорошо, то есть и пластик качественный, и нигде ничего не люфтит. Единственное, сразу скажу, влагозащиты у нее нет, к сожалению, потому что вот этот порт аксессуарный, он не закрыт никакими резиновыми заглушками, просто пластиковая заглушечка стоит на винте. По конструктиву тут тоже есть некоторые особенности, тоже укажем. Дисплей у нее скрытый, каналов программируется достаточно много. Отзывы, кстати, мы предварительный уже обзор на нее маленький делали, отзывы по ней достаточно хорошие, то есть по дальности связи люди отзываются о ней хорошо. Проверим. Сейчас тоже избирательность нужно будет посмотреть. Естественно, приемник у нее на чипе, на бэкине, по-моему, он да, собран. Поэтому тоже по избирательности интересно будет проверить. Ну все, начинаем тогда. Комплектацию я кратко только затрону тогда и перейдем к измерениям. Так, комплектация. Антенна портативная, литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 указано. Реальная емкость составила 2543 мАч, ну то есть совсем немного. Заявлено больше, почти соответствует. Дальше идет стакан. Обратите внимание, он идет с USB разъемом Type-A, но адаптера в комплекте не идет. Так, клипса с металлическим основанием, шнурок на руку и инструкция на русском языке в том числе. Но единственное, на каждый из языков здесь, вот видите, смотрите, сколько написано. Так, один разворотик. Да, второй разворотик уже с кодами CTCSS, ну и третий разворотик, который идет уже с системами безопасности, четвертый тоже бесполезный, и пятый тоже. Такие стандартные фразы, которые никто, естественно, не читает. То есть характеристики указаны очень кратко. Ну вот, то есть видите, табличка в несколько строчек всего. По поводу управления тоже, ну тут вот две страницы. То есть функций много, но описаны они очень скудно. За это хочу, конечно, Retevis поругать поподробнее нужно. Вот в том числе, допустим, функция перестройки частоты Frequency Hopping. Ну тут написано две строчки. Но мы разобрались, позже вам тогда продемонстрируем, что это такое. Так, ну по комплектации все, переходим к конструкции. Конструкция. Микрофон у нас находится в правой части под динамиком. И сверху у нас антенный разъем SMA вилка. И регулятор громкости посередине стоит, и он же включение. Вместо переключателя каналов они поставили здесь фонарь светодиодный. Он достаточно мощный, но опять же по этой причине, по установке, из-за установки
переключателя каналов, им пришлось вынести кнопки переключения сюда вот, на левую панель, да, и из-за этого получается, что запрограммировать функции можно только по длительному нажатию и только, соответственно, две штуки. Это плохо, конечно, потому что там набор достаточно большой и только два варианта выбора. Кнопка передачи с таким оранжевым обрамлением резиновым. Аксессуарный разъем, как я уже сказал, не имеет никаких резиновых уплотнителей, но стоит на винте. Разъем совместим с радиостанциями Кен, вот это хорошо. Тут еще на боку у нас отверстие под темляк, под установку. Так, теперь собираем тогда станцию и включаем питание. Я покажу вам, как она быстро грузится и какое управление. То есть вот имеется скрытый дисплей, есть обозначение мощности, есть обозначение номера канала, есть индикация заряда батареи, есть вот такой S-метр. Если коды DCS, CTCSS запрограммированы, то тоже есть регулятор. При приеме загорается логотип Ritevis, при передаче, соответственно, тоже он светится красным, что несколько необычно. Так, ну и в общем-то все по конструкции, по управлению тоже. Мы повесили кнопки функциональные по-своему, то есть включение, вот по короткому нажатию они переключают каналы, по длительному у нас включается монитор, и по длительному нажатию на нижнюю кнопку у нас переключается мощность. Только странно, мощность, видите, индикации высокой мощности нет, и средней тоже. То есть там три порога, L низкая мощность, а вот middle и H не отображаются. Только по звуковому сигналу вы можете определить. Это вот, видимо, средняя. И три тона – это высокая мощность. Ну и низкая есть индикация. Так, давайте поговорим теперь о программировании радиостанции Ritevis RT86. Программу можно скачать с официального сайта Ritevis. И версия у нас следующая, то есть 1.2. Обратите внимание, что при установке программы вылетает какое-то странное окно с выбором языка. И там написано три варианта: Paper, Rock и scissors, то есть камень, ножницы, бумага. Это, конечно, очень удивительно, и это, причем, я повторяю, это на официальном сайте. Так вот, нужно выбрать второй вариант, paper. Это тогда английский язык. Если выберете другие варианты, ну, там, мы китайский сначала, естественно, программу не стали устанавливать, но вот, то есть, выбирайте paper именно. Так, дальше. Шнурок подходит стандартный от Baofeng, мы использовали, вот он, COM3 у нас определился. Теперь давайте пойдем по поводу, ну, давайте вот с беспроводной копией, да, то есть, станция может клонировать настройки, но... Во-первых, нужно прописать частоту, она по умолчанию вот такая, 465.625, и код Wireless ID. Если он не будет совпадать, то станция копировать настройки в другую станцию не будет. То есть вот этот код по умолчанию должен быть прописан. Но я так понимаю, с завода уже эта галочка стоит, и код этот совпадает, поэтому по умолчанию, если станции будут у вас заводские, то они должны друг на друга клонироваться. Так, теперь по поводу опций. Шумодав ставится на все каналы сразу, от 0 до 1, ой, до 10, ну, в смысле до 9 вариантов.
порог. Мы сразу единичку сейчас поставим. Так, тайм-аут – это у нас ограничение времени работы на передачу. Голосовые подтверждения либо отключены, либо китайские, либо английские. Здесь работа с поднесущими, либо нормальная, либо специальная. Ну, то есть, какие-то нестандартные коды будут использоваться. Battery Safe – тоже это сохранение энергии аккумулятора. По умолчанию галочка стоит. Это вариант только один, то есть, сами временные интервалы сохранения, ну или отключения шумодава не выбираются, то есть только галка. Это звук кнопок. Это у нас, я так понимаю, чтобы шумодав не щелкал, ставится галочка. Дальше. А, ну, кстати, вот по Battery Safe Mode либо стандарт стоит по умолчанию, либо супер. Но это, видимо, время интервала увеличивается, отключение приемника. Но мы будем проверять потребление станции со стандартными настройками. Так, здесь у нас выбирается усиление микрофона. То есть, если хотите усилить именно штатный встроенный микрофон станции, то можете поставить. Здесь это передача сигнала тревоги. По умолчанию она отключена либо местно, либо она в канал будет, видимо, сигнал тревоги передавать. Тоже с этим играться не будем. Тем более, что на станции нет аварийной кнопки, а весить и так всего два назначения у кнопок. Поэтому забивать здесь это не будем. Ну и вот это важная, кстати, функция Channel Number. Если вы выберете какой-то канал здесь, то он по умолчанию, независимо от того, с каким каналом вы станцию выключите, она будет на этом канале включаться. То есть лучше выключить его. Ну, это к Vox относится, сама чувствительность Vox и срабатывание Vox. И вот это, опять же, без перевода, это назначение кнопок. Вот посмотрите, какие функции есть. Монитор, вот, кстати, тревоги, сигнал, да, это включение фонаря, это Vox. Зачем-то Vox Delay выбрали сюда еще назначение. Блокировка клавиатуры, выбор выходной мощности, либо сканирование каналов зашитых. Так, ну с этим все понятно. Теперь переходим к частотам. Частоты по умолчанию. Первый канал мы уже поменяли, но он был 430, 00, 625 и поднесущая 67 Гц стояла. Я на всякий случай вам скажу. Мощность стояла высокая. Это мы здесь уже просто экспериментировали. Смотрите, какая ситуация с колонками. Ну, то есть, здесь выбор выходной мощности, он три уровня выбирается, low, middle, либо high. Дальше, есть у станции, это ширина канала, либо 25 кГц, либо 12,5. Здесь вот есть обработка аудио, компандер и скрэмблер. Скрэмблер – это инверсионный скрэмблер речи, и он выбирается один из восьми. Ну, тут по скрэмблеру у нас отдельный ролик тоже есть, можете посмотреть, что это такое. Это защита, да, переговоров, но она очень такая начального уровня. Сломать его, эту защиту, без проблем можно. Дальше, frequency hop. Это frequency hopping вообще должен быть. И это мы надеялись, что это аналог функции PPRC, то есть псевдослучайная перестройка рабочей частоты. Но, оказывается, это всего лишь перестройка кодов в сети CSS. Написано, что цифровых кодов, но, похоже, она и с аналоговыми кодами тоже работает. То есть, если запрограммированы сети CSS коды и включена один из вот этих четырех режимов функции скачки частоты, ну или frequency hopping, то у вас будут перебираться вот по этому алгоритму, один из четырех, либо цифровые коды DCS, либо аналоговые коды CTCSS. Но это в плане шифрования абсолютно бесполезно. То есть, если включить станцию просто без поднесущих, ну просто, то есть на вот эту несущую встать без поднесущих, то она любой этот код все равно примет. То есть абсолютно это не шифрование. Ну, то есть эта функция бесполезна
Зачем это сделано, непонятно. Но я вам продемонстрирую, как это работает. Но несущая не меняется. То есть истинное значение, ну или истинная функция ППРЧ, это смена именно несущей, но никак не поднесущей. То есть с шифрованием или с перехватом она никак не связана. Выбрав несущую, вы все равно перехватите любой сигнал. Будет он со скачком или без. Так, дальше. Спеккод тоже это аналог DTMF, ну то есть персонального какого-то вызова, да, можно создать группы, но это опять же типа поднесущий. Кстати, и при этом функция компандера должна быть включена. Опять же, бесполезная функция. То есть, если вы не включите на обеих станциях вот этот код, то вы просто на РТ-86 принимать не будете. Но если вы включите любую другую станцию, просто с несущей, в данном случае через 434 МГц, то вы с любым из этих кодов, там хоть какие я буквы напишу, он все равно будет у вас приниматься. То есть тоже с шифрованием это никак не связано. Естественно, эти группы можно создать и через поднесущие, но здесь вот типа аналог еще и DTMF создали зачем-то. Все, ну и это либо добавляется в список сканирования, это запрограммированная частота, либо нет. Все, программа вот такая, она странная. В общем, с шифрованием, да, единственный вариант это выбор инверсионного скрэмблера из 8 вариантов. Так, тестируем мощность, включаем прибор. Так, 10 ватт вся шкала. Включаем станцию на втором канале у нас она. Высокая мощность, как вы видите, на дисплее ничего не горит. Так, смотрим. Тогда, так, риски у нас, смотрите, нанесены сверху, сами цифры нанесены внизу. Вот 10. Есть обозначение. Так, 8,6 ватта на высокой мощности. Так, теперь переключаем на низкую мощность. Смотрим здесь. Так, и здесь у нас, давайте я на 1 ватт переключусь. Ну, вот 0,8 ватта. Так, и средняя мощность. Так, обратно на десятку переключаюсь. 6 с небольшим, 6,4 ватта. Так, давайте будем подавать тогда напряжение номинальное 7,4 вольта. Смотрите на прибор, сколько станция потребляет в выключенном состоянии. 39 микроампер. То есть без проблем вы можете оставлять ее включенной, ну, в смысле не включенной, а с подключенным аккумулятором. Она у вас разряжать аккумулятор не будет. Так, включаем питание. Посмотрим, сколько она будет теперь потреблять в дежурном режиме. Так, второй канал у нас работает. Я напоминаю, что стоит обычный режим сохранения энергии по умолчанию. Мы так его и оставили. Вот, обратите внимание, всего лишь 6 миллиампер станция потребляет, когда приемник выключен. И она сейчас явно будет включать приемник, когда будет проверять состояние на канале активность. Так, давайте я включаю тогда статистику, сбрасываю и смотрим, сколько она будет потреблять в течение 60 сэмплов, то есть дежурный режим, выясним ее на приеме. Но прямо вообще она очень экономно себя ведет, около 6 мА потребления. Посмотрим, будет ли она фразы съедать только при этом, потому что как-то подозрительно, что приемник не включается на большое потребление тока. То есть, если она в этом режиме так потребляет, ну, то есть, будет оперативно реагировать на несущую, то прямо вообще хорошо. Аккумулятор будет долго работать тогда.
Да, похоже на то, видите, до сих пор 6 миллиампер почти. Так, ну вот, 60 сэмплов прошло, да, 6 миллиампер всего лишь потребление в режиме приема, ну, в смысле, в режиме дежурном. Так, теперь я включаю на полную громкость ее, сбрасываю опять показания, чтобы нам определить потребляемый ток в режиме приема на полную громкость. Сейчас обращайте внимание на будут ли потребляться, ну, в смысле, теряться первые фразы на ней. Внимаем на радиостанцию Ритевис РТ-86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 151 миллиампер, ну и я не заметил, что первые фразы терялись, поэтому тоже отлично. Так, и теперь передачу замеряем на полной мощности у нас. Тысяча 494 миллиампера. Так, смотрим время работы в цикле 5-5-90, 5% времени передачи, 5% приема на полной громкости, 90% режим ожидания. Так как станция потребляет очень мало в режиме ожидания, то и результаты получились отличные. Емкость аккумулятора 2543 мАч, это реальная емкость. И в итоге мы получили в цикле 5-5-90 382,3 часа. Отличный результат, один из лучших результатов по потреблению. То есть станция у вас в дежурном режиме будет работать очень долго. Проверяем чувствительность на частоте 434 МГц, FM-модуляция, включаем модуляцию, включаем высокочастотный выход. Так, шумоподавитель у нас стоит на единичке. Соответственно, смотрим, как быстро станция откроется. Замерим ее чувствительность. Ну, минус 126 dBm. Хороший результат. Так, теперь будем проверять избирательность по соседнему каналу. Так, смотрим избирательность по соседнему каналу. Я отступаю тогда на 10 кГц от частоты несущей и с амплитуды минус 126 dBm отмеряю, насколько быстро откроется приемник данной станции при отстроении помехи на 10 кГц. Смотрим. Но я думаю, что результат будет все-таки не очень высокий, потому что на чипе построен приемник. Ну, проверим сейчас. Видим. Да нет, уже неплохо. Уже даже с этими значениями неплохо. Ну, вообще уже отлично. Это Ритевис. Ритевис открылся, вообще не подключенный к генератору. 685-й Ритевис, я имею в виду. Так, а это до сих пор еще. То есть, если я вот монитор включу, а так она до сих пор не открывается. Ну все, я дошел до максимума генератора. Он так и не открылся. Прямо, видимо, не экономили на входящих фильтрах. Все с избирательностью по соседнему каналу у станции тоже замечательно.
Так, давайте тогда еще раз продемонстрирую я прием на данную станцию и замерим громкость динамика максимальную. Так, фиксируем на шумомере, принимаем. Громкость стоит полная на станции. Принимаем на радиостанцию Ретевис РТ-86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте теперь остановимся на шифровании, на так называемой функции Frequency Hopping сначала. А здесь они, производитель пишет, что это шифрация тоже переговоров, да, так называемая, но мы надеялись, что это будет аналог какой-то функции PPRC, то есть изменений по какому-то алгоритму именно несущей частоты. Но, к сожалению, здесь все не так. Частота скачет только с использованием поднесущих, то есть для шифрования или для ухода от слежения это никак не влияет положительно. То есть, вот смотрите, у нас на канале Frequency Hopping сейчас на первом запрограммировано. Я включаю сканирование по частотам. Смотрите, поднесущая должна быть на Ретевисе на данном обязательно запрограммирована, иначе вообще никакого эффекта с Frequency Hopping вы не получите. Вот смотрите, я нажимаю на передачу, сейчас я мощность пониже поставлю, чтобы она... Смотрим. То есть я нажимаю на передачу. Видите, она несущую определяет, то есть несущая никак не меняется, то есть я вот держу кнопку передачи зажатой, да, несущая остается одной и той же, то есть реальной функции PPRC здесь нет. Так, и поднесущую она определить не может, потому что она перебирается по определенному алгоритму, там 4 варианта перебора этого алгоритма, то есть меняет она скачком Frequency Hopping, именно под несущую цифровую либо аналоговую. Вот еще раз я нажимаю, то есть несущая остается той же самой. А под несущую она определить не может. Еще раз. Но скрэмблер здесь есть, и он работающий. Сейчас я на третий канал переключусь. Вот у нас есть индикатор скрэмблирования. Там 8 вариантов выбирается. Я включил какой-то из вариантов, не помню, единичку, по-моему, или тройку. Смотрите, что будет с принимающей станцией. Сейчас я выйду на 434 МГц тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, громкость побольше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть, скрэмблер, да, здесь реально работает. С этим проблем нет. Потом, SEC-код, так называемый, это тоже аналог DTMF, как я уже говорил. То есть, он здесь сейчас тоже на первом канале был запрограммирован. Если встать на частоту несущей просто, без всяких кодов и без CTCSS, то вы и security этот или SEC-код этот примете, и, соответственно, frequency hopping тоже. Если даже включена функция, все равно вы сигнал примете. То есть никакого шифрования, кроме инверсионного скрэмблера, в этой станции нет. Про инверсионный скрэмблер отдельный ролик будет, насколько сильна эта функция шифрования и как ее легко вскрыть, тоже мы ролик отдельный вам предоставим. Радиостанция Ретевис РТ-86, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, проверяем штатную антенну. Во всем диапазоне 400-470 МГц антенна рабочая, как вы видите. То есть КСВ, ну, только в начале около тройки. При этом, ну, как вы понимаете, будет 25% мощности теряться, но для приема передатчика, в общем-то, опасности особой нет. До трех значений КСВ мы считаем еще приемлемым.
Так, ну и минимальное значение где-то у нас вот здесь вот. Это частота 456 МГц ровно. И здесь у нас значение КСВ 1,7. Ну, то есть вполне нормально. Так, давайте я посмотрю ее на 446 на частотах PMR безлицензионных. Давайте вот здесь. Ну, тут тоже график достаточно пологий. 1,8. Все в порядке. Ну, то есть антенна более-менее, конечно, бывают и лучшие варианты, но, по крайней мере, рабочая она во всем диапазоне. Так, ну что, давайте подводить итоги тогда по радиостанции Retevis RT-86. В общем-то, каких-то откровенных недостатков у станции нет. Действительно, станция получилась очень удачной. Единственное, есть ряд пожеланий. Вот связанных они, например, с шифрованием. Сек-код, то есть я смысла вообще в нем не вижу. Группы можно всегда организовать и с помощью сети CSS, например. Персональный вызов можно организовать с помощью DTMF. Да? То есть вот этот 16-ричный код, зачем он нужен, не совсем понятно. Дальше, функция Frequency Hopping. Задумка, конечно, отличная. То есть, если бы она реально изменяла несущую с определенным алгоритмом, ну, то есть, с течением периода какого-то времени кратковременного, то это было бы очень хорошо. То есть, это реальная была бы функция PPRC, то есть, псевдослучайная перестройка рабочей частоты. Соответственно, вы... Передавая сначала с одной несущей, перестраиваетесь резко на какую-то другую частоту, и перехватить вас становится очень сложно. То есть, не зная алгоритма, вы не сможете перехватить несущую именно. То есть, если не берете сразу широкий спектр, то определить на каких частотах, ну или то есть перехватить полностью разговор у вас не получится. Но здесь же они сделали не так. То есть они меняют не несущую, а именно поднесущую, и это становится бесполезным. То есть вы встали на данную несущую без каких-либо запрограммированных поднесущих, цифровых или аналоговых, и все будете принимать. То есть, не знаю, смысл в этой, именно в прыжке этой частоты, frequency hopping, вообще никакого я не вижу. Также пожелание все-таки делать документацию более подробную. И раз уж станция так хорошо собрана и такими приличными характеристиками обладает, хотелось бы получить в ней и влагозащиту. Но и по управлению тоже. Зачем этот фонарь? Ну ладно, пусть фонарь остается, но вынесите его отдельно куда-нибудь, да, сделайте полноценный здесь переключатель каналов, чтобы эти функции кнопок были двойными по короткому и по длительному нажатию. Тем более, что... Когда экран отключен, мы увидеть текущий канал вообще никак не представляется возможным. То есть, если вы случайно его нажмете, то вы сразу переключитесь даже с отключенным дисплеем. Здесь же, если бы был полноценный переключатель каналов, вы бы по риске видели, на каком канале сейчас стоит станция. То есть, случайно, тем более они такие выступающие, случайно нажали кнопку, вы переключитесь на другой канал и будете уже... Ну, например, на приеме неправильно стоять на канале и ничего не примете. Вот это плохо, конечно. То есть, если бы было классическое управление, было бы лучше. В остальном по мощности, по чувствительности проблем нет. Теперь по поводу преимуществ. Скрэмблер, 8 вариантов. Рабочий я вам продемонстрировал, видели вы. Ну, единственное, что он, конечно, простой, просто инверсионный, но все же для каких-то... самых простых, пытающихся вас перехватить, они это сделать не смогут. Далее, потребление отличное, 6 мА, это ну, чуть ли не рекордсмен по потреблению, ну, в смысле, именно по минимальному потреблению. Но избирательность тоже нас удивила, то есть до полного генератора, то есть Retevis RA685 уже даже не подключенный к генератору открыл приемник. Здесь же станция выдержала это издевательство, то есть на полной амплитуде не открыла от помехи, даже отстоящей на 10 кГц, не говоря уже на 15 кГц. То есть по этим параметрам все прекрасно, по антенне тоже никаких замечаний нет, она
достаточно пологий график имеет и работает во всем диапазоне заявленных частот 400-470. Программа обеспечения тоже вполне понятна. Единственное, может быть, хотелось бы шумоподавитель на каждом из каналов регулировать, но это на многих станциях так, поэтому тут сказать особо плохого ничего не могу. Но динамик тоже мог бы быть погромче. Сейчас есть станции, которые превышают уже и 120 дБ. Здесь 114,6, но тоже нормально. Если не будет хватать, то всегда можно подключить гарнитуру. Она здесь совместима с радиостанциями Кену. Ну, то есть там и за 300 рублей можно где-то найти гарнитуру, подключиться. Все, у кого вопросы есть, задавайте их в комментариях тогда, подписывайтесь обязательно на канал. Наша следующая цель 100 тысяч подписчиков набрать. Если есть у кого-то пожелания на какие-то обзоры станций, пишите, мы всегда смотрим, что за станция. Если она действительно будет интересна, то обзор обязательно сделаем. Скоро, кстати, вот новые TYT придут и еще станции в пути, поэтому обзоры будут на канале скоро новые. Все, на этом тогда закончим с этой станцией. Всего вам доброго, до свидания.